Опасно или нет, в Саратове на Новой набережной в районе юридической академии появилось болото с пятнами непонятного вещества светло-голубого цвета. Пользователи социальных сетей опубликовали соответствующие фотографии, которые вызвали горячие споры. Сейчас мы увидим. Посмотрите, болото образовалось между ограждением у берега. Как пишут интернет-пользователи, изначально пятно было размером 1,5 на 3 метра. Но растеклось вдоль берега до 400 метров. Люди предположили, что это все может попасть в Волгу. Давайте попробуем в этом разобраться, опасно это или нет. Это, в общем-то, происходит, как и ранее это было сказано. Это было из-за водорослей, то есть там происходит этот синтез определенный. Вот, где, соответственно, происходят вот такие вот изменения и с водой. При том, при всем, что это больше, так сказать, ну, стоячая вода, вот, течение малое, поэтому происходят вот такие вот вещи. Да, это как один из вариантов. Болото просто зацвело. Но цвет уж больно необычный, не просто зеленый, а светло-голубой. Многие предположили, что это отходы и мазут. Напомним, практически на том же месте на Волге в декабре прошлого года гибли дикие утки из-за маслянистой коричневой жижи, которая, по всей видимости, вылилась из расположенного там коллектора. Специалисты в тот раз подтвердили факт сброса. Виновные были наказаны. Как дело обстоит в этот раз? Управлением Росприроднадзора по Саратовской области был произведен отбор проб загрязняющих веществ. И вот что нам сказали в надзорном ведомстве. Обнаружено вещества, загрязняющие с элементами нефтепродуктов с характерным запахом. Отобрали пробу почвы, значит, воды. Посмотрели о том, что в Волгу попало незначительное количество вот этого выдавленного загрязняющего вещества. На месте старой лодочной станции, вот на, по всей, может быть, даже какие-то старые масла и так далее, и так далее. Сейчас специалисты обрабатывают собранные материалы. Результаты станут известны через 3-5 дней. Но уже о данном факте загрязнения сообщили главе администрации города. В ближайшее время болото должны очистить и не допустить попадания в Волгу. Также начались поиски виновных. Мы будем следить за изменением этой ситуации.